Новый год. Все праздники люблю. Новый год. Рождество. Новый год. Новый год! Здравствуйте, привет, как дела? Ну, мы наряжаем елку. Мама, она в Турции ходит, и там вещи принесет и подружкам дарит. Дарим друг другу подарки. Еще выходные. Кушаю тортики. Дед Мороз – это такой дедушка, и еще он, когда все дети спят, он дает подарки. Детям, которые хорошо учатся, которые себя хорошо ведут. Ну, в общем, которые не шалят. Какую-нибудь игрушку. Точки. Паровозик и машинку. Карточки. Кыргызстан. Около автовокзала. 13-207. Сергей 1, Дениса 2. Кыргызстан, да? Когда я вырасту, я стану врачом. Потому что я хочу, когда мой папа боит зубы, и мамы что-то, я могу таблетку им купить. Я еще не рисую. Я прокурором, потому что я хочу быть главным. Ну, мама, потому что она посуду моет. Папа, потому что он все решает. А у мамы очень много денег все равно. Новую машину, а еще много украшений. Чайник. Чтобы она была здоровая, красивая, умная. Много денег? Я хочу, чтобы у него была новая машина. На работу ходил. Чтобы всем детям досталось подарки. Здравствуйте, дети мира. Я желаю вам хорошей учебы и счастливого Нового года. Не выкидывать мусор, не ломать деревья. Я бы пожелала, чтобы они хорошо жили, чтобы они не болели. Чтобы все подарки получали, чтобы все себя хорошо вели, чтобы они были счастливы и выросли. Побыстрее. Хорошо учились. Угу.